Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас два вот таких вот огромных пакета Фикс Прайс. Сейчас будем с вами вместе все смотреть, тестировать и разглядывать. Долго, девчонки, смотрела на новые подушки, которые вот эти вот в форме таких цветочков. Кстати, они классные на ощупь, приятные, и материал довольно плотный, ну прям вот 200 рублей жаба задушила. И взяла вот такие наволочки. Квадратные, две штучки. Они были у нас в сером цвете и вот в таком вот белом, даже я бы сказала молочном, потому что он не чисто белый. Они такие мягенькие, велюровые. И как-то хочется, вот, знаете, больше светлого превозносить свой дом. По 55 рублей. А где ценников не будет, девчонки, буду вам потом подписывать. 40 на 40 ее размер. Она на молнии. Молния, кстати, нормальная. Обычная такая, пластмассовая. Ну, симпатичные наволочки, можно даже как бы на фон такие подушечки. Сейчас я попробую. Вуаля. Классно, девчонки, мне нравятся. Они такие мягенькие, приятные. Сзади довольно тонкий просвечивающийся материал. Видите, вот у меня там подушка с пайетками внизу. Вот он просвечивается, такой тоненький, но на ХБшечку похож. Вот, и в целом вот она какая подушечка. Мне очень нравится, я прям покупкой довольна. Мне кажется, лучше почаще менять наволочки, нежели покупать за 200 рублей подушки. Из постоянных покупок взяла три вот таких вот формы. Из фольги одноразовых это у нас Kitchen. Они по 12,50, насколько я помню. Классные формы, мне очень нравятся, девчонки. 12 рублей не жалко. Приготовил, выбросил. Чем стоять, форму мыть, очищать и так далее. Потому что часто готовлю какие-то запеканки и творожные, и мясные. Поэтому вот эти формы очень люблю. И всегда они у меня должны быть про запас. Палочки Котте ватные. С алоэ. Искала, знаете, такие, по-моему, бамбук, да, у них коричневое такое основание у самих палочек, да, а здесь хлопок. Нет в нашем фикс-прайсе таких, к сожалению, этой новиночки. Здесь тоже хлопок и есть еще пропитывающий лосьон. Вода, алоэ. Слушайте, ну классно. В общем, они пропитаны алоэ. И салфеточки вот такие, 140 штук, 77 рублей они стоят. Детские, беру их всегда, тоже когда бываю в фиксе. Огромная пачка, хватает надолго, цена для такого количества бюджетная. Из новиночек гидрогелевые патчи появились в фикс-прайсе для зоны вокруг глаз. Это флоресан. Я брала подобный, только там было, по-моему, две пары. А здесь у нас 5 пар, 10 штук. Я взяла именно вот эти вот синенькие мезококтейль. Они у нас с гиалуроновой кислотой и экстракт водорослей. Интенсивно питают, увлажняют, повышают упругость, эластичность кожи на 15-20 минут. Мне вообще эти патчи, которые были до этого, да, по две пары, нравились флоресан. Там в нашем фиксе была представлена еще одна категория патчей, разглаживающие морщинки. Вот как выглядит, тут такая шуршащая фольга, как, знаете, как таблетки. Такая упаковочка. Мне интересно на самом деле попробовать, потестить. Мы сейчас с вами их наложим. Пока буду снимать видео, посмотрим, насколько хорошим эффектом они обладают. В общем, мы вот эту фольгу отдираем, да, и вот они у нас тут в какой-то жидкой субстанции плавают. Пахнет какими-то духами на самом деле, девчонки. У меня сейчас на лице нет ни тонального крема, ничего. Я прям бегом из фикса и снимать вам видео. Протерла лицо тоником и все. Мне кажется, они, правда, сползать будут. Блин, такие холодные, но это классно, с улицы. Во, супер вообще. Прям ледяные. Вообще патчи, наверное, лучше в холодильнике всегда хранить. Только не сползайте, мои дорогие. Тут, кстати, сыворотки еще чуть-чуть осталось. Ну, у меня видимых проблем, девчонки, нет. Но я все равно люблю патчи. Знаете, так усталость после работы. А работаю я сутками снять с глазок, да? Поэтому ничего, посмотрим сейчас, девчонки. Пахнет какими-то духами. То есть не натуральная отдушка точно. Чего они нам обещают хоть? Ну, упругость, эластичность кожи. Ладно, питают, увлажняют. Ну, хорошо, посмотрим. Поехали дальше. Бахилы взяла, девчонки, потому что нужны всегда за ребенком в садик идти, в школу, на занятия много куда ходим. Здесь 50 штук, цену не помню. Буду, короче, вам все подписывать. Чек я вроде сохранила. Взяла вот такие хлебцы. К завтраку хрустящий, без дрожжей, без сахара, без жира. Так как сейчас на ПП, уже, кстати, минус 6 килограмм, стараюсь к лету привести себя в форму. Здесь 150 грамм, беру впервые. Сладкая жизнь, сползают, зараза. Санкт-Петербург. Тут есть КБЖУ-то хоть? Тут вообще, смотрите, 330 килокалорий, все равно достаточно много, на 100 грамм. Но 100 грамм это почти целая пачка, поэтому нормально. Давайте с вами откроем, посмотрим. Я хочу на них что-то типа творожного сыра намазывать по утрам или арахисовую пасту. Я сейчас частенько беру на утро, там много белка, но натуральную такую, да, без сахара. Вот, как они выглядят. Обычные хлебцы. Пахнут ржаной мукой.
На вкус, кстати, нормальный. Я далеко не все хлебцы люблю. Есть, которые прям вообще есть не будешь, честное слово. Много перепробовала. Эти прикольные. Мне нравятся. Правда. Так что, девчонки, кто на ПП следит за своей фигурой, советую. Даже без дрожжей. Потрясающе. Хороший хлеб. А патчи между телом, между телом. Между делом все съезжают и съезжают. Взяла вот такие носки, девчонки, я их очень люблю таскать по дому. У меня несколько пар уже есть, еще одни на смену. Взяла розовые, размер 36-39. А здесь такие резиновые пяточки, классные. Мне очень нравится в них ходить, они удобные, короткие. По дому я не люблю тапки всевозможные, там какие бы они ни были замечательные. Они здорово тянутся, кажутся такими маленькими, но они вообще подойдут на любой абсолютно размер. Сейчас сижу в таких же зеленых, между прочим. Вот, так что... Классно. Ребенок выбрал себе вот такой вот, как они называются, девчонки, сквич. Антистресс с ароматом написано. Еще был второй на подарок другу, друг уже забрал у нас сосед. Вот, а это ее. Там огромный выбор, прям стоит два огромных контейнера, различные, очень милые. И размер у них, в принципе, большой. Там и зайки были, и чего только не было. И мальчуковые можно подобрать, все, что хочешь. Пахнет все они, кстати, одинаково, потому что там были не открытые. Этот пахнет, как и все остальные, освежителем таким, знаете, не освежителем, а ароматизатором в машину, ваниль. Мне не очень нравится этот запах, но не такой он тошнотворный. Ну вот прям похож для машины, знаете, такой вешают ваниль. Вот это обычная такая мелкая, классная, кстати. У меня вот ребенок такую выбрал. Уже целый дом ими завален. Искала в книжных новинках что-нибудь почитать. Девчонки, ничего достойного в нашем фиксе не нашла. Потому что видела у девчонок в обзорах, что и Кинг там появился. Очень люблю читать Кинга, мне прямо он нравится. В общем, себе не нашла никакую книжку. Я все-таки люблю бумажные больше варианты. Хотя иногда и нет времени пойти купить книгу, и стоят они недешево. Поэтому читаю в электрон. Не нашла для себя ничего, но ребенок себе выбрал вот такую вот книжку «Историю игрушек». Сказала: мамочка, я научилась читать, буду читать. Она довольно красочная, здесь не сильно много текста. Мне кажется, здорово ей будет самой себе читать перед сном. Хотя шрифт, девчонки, конечно, мелковат. Мелковат. Для детской книжки могли бы сделать и покрупнее. Здесь у нас, знаете, сколько страниц? Сейчас я скажу. 62-63 страницы. Получается 6+ написано. Мультик, наверное, все этот смотрели. Там по мультикам «История динозавров» у нас в фикс-прайсе. И... тачки и что-то еще. Такая вот целая серия Дисней. Ну как же я могла пройти мимо баночек? Все их показывают, а я что, нет? 149 рублей стоят 3 вот таких вот банки. В нашем фикс-прайсе они были представлены в розовом, в таком в мятном цвете. У меня так как кухня в оливково-зеленых тонах. Открыла. То я взяла себе, конечно, в мятном. Но выбирала, девчонки, потому что было много поврежденных упаковок. И вот выбрала вроде более-менее. Здесь, кстати, есть... мерная шкала 400-800. И все равно вот баночка немножко покоцанная. Вот здесь вот это даже на видео видно. Крышка плотно закручивается. Банки мягкие. Видите, пальцами прожимаются такие мягенькие баночки. Что сюда класть я буду, я пока понятия не имею. Но однозначно я всегда пью кофе натуральный и молю его сама из зерен. Потому что, ну, не люблю кота в мешке покупать, знаете, мне проще самой помолоть в кофемолочке. Возможно, буду складывать вот в одну из таких баночек кофе. Здесь тоже мерная шкала на 200 только есть на маленьких баночках. В принципе, миленько, можно что-то положить и баночки друг на друга ставить. Здесь специальные такие крышечки с углублениями, так что можно ставить вот целую пирамиду. Либо вот так вот их рядышком, тоже будет смотреться очень достойно. Две штуки по 0,5 литру и одна штука литр, девчонки. И если кому интересно, материал ПЭТ полипропилен. Вот так вот. Ребенок себе выбрал вот такую вот блажь. Это у нас Пати, 77 рублей. У нас, мы уже много раз покупали этот насос с этими шарами, постоянно он куда-то теряется. Здесь у нас 10 шариков получается, да, 10 штук написано. И насос. И даже есть инструкция, какие... штуки можно из них накрутить. Вот сегодня, я чувствую, вечером мы именно этим процессом и займемся. Еще один закос под Корею. Я вообще думала, девчонки, что это Сейдо. Это Сейдо? Что-то даже нигде Сейдо не написано. Нет. Вот правда нигде. Потому что вот у меня есть гель для душа Сейдо. Тут написано, здесь нет. Ну давайте с геля для душа и начнем. Он у нас обогащен коллагеном. Здесь 320 миллилитров. Семенами чиа, черника, ежевика. Натуральные массажные гранулы. Семена чиа мягко отшелушивают, улучшают кровообращение, придают коже здоровый ухоженный вид. Просто обалдеть, девчонки.
Состав, если бы можно было бы еще разобрать. На первом месте вода, потом содиум чего-то. В общем, если они здесь есть, семена чиа, то я их не вижу в составе. А так они на самом деле здесь есть. Вот такого красивого. Ой, какой запах. Я только открыла, уже почувствовала. Девчонки, кто Фаберлик, почти один в один с линейкой черная смородина, в общем. Забыла, как называется. Все, все из памяти вылетело. Черная смородина, гели для душа, жидкое мыло. Прям очень пахнет, только больше в сладкий такой прям запах. Пахнет обалденно. Чувствую и ежевику, и чувствую, что я тут еще чую, чернику. Не знаю, как пахнет черника. Чувствую черную смородину, чувствую ежевику. Запах обалденный. Крышка, кстати, открывается. Писали девчонки, что ломается она быстро. Ну ладно, не суть, важно. Давайте посмотрим хоть, как он выглядит. Семена чиа эти. Ой, он прям фу, такой гель-гель. Вы знаете, как я тестировала, по-моему, тоже Сайдо. Скатку. Он такой сопливый, тянущийся гель. Вот. Вот как он выглядит. Вот эти семена. Он, правда, видите, он тянется. Но пахнет классно. Я надеюсь, что кожу сушить не будет. Семена выглядят семенами. Действительно натуральными. Пахнет здорово. Тут и салфеточка. Она пригодилась. А этот продукт, девчонки, это скраб-маска для кожи головы Сакура. Выглядит прям, вы знаете, так презентабельно. Глаз сразу упал на этот продукт. 200 миллилитров с экстрактом Сакуры из серии Оханами. Абразивные компоненты. Я вообще люблю скрабы для головы и вам очень советую мицеллярные шампуни, всякие скрабы для головы, потому что особенно для девочек, у кого волосы склонны жирниться быстро. Волосы в себе накапливают силиконы, парабены и так далее. Все, чем мы их пичкаем, да? И когда это дело все накапливается в волосах, они гораздо быстрее пачкаются и выглядят, можно сказать, что безжизненными. Обязательно нужно очищать кожу головы хотя бы раз в 10 дней, ну хотя бы уж 2 раза в месяц. Вот. Легко наносится, легко смывать. Так, давайте смотреть. Здесь дозатор такой, видите, классический, как тоже у масла перцового для головы от Faberlic. Сейчас посмотрим по запаху. Японские секреты красоты ваших волос. Не, японский, давайте посмотрим уж производителя. Производитель Республика Татарстан, Россия, Казань. Казань, привет. Так. Ой. Пахнет порошком. Правда, девчонки. Это такая вот белесая структура, гелеобразная, да? Видите, как желе трясется. Не, запах нормальный. Но таким порошочком пахнет стиральным чуть-чуть, а так ничего. Так, мы дозировать. Кстати, вот это вообще задумка гениальная. Вот почему все не делают в скрабах для головы вот такой вот носик? Потому что как я наношу, допустим, шампунь с углем черный от Faberlic, да, на руку, а потом пытаюсь долезть до кожи головы, а он в большинстве своем остается на волосах. И на кожу ничего не попадает. Так что гениально. Сейчас посмотрим с вами на текстуру. Действительно ли это скраб? Такой полупрозрачненький. Ну, приятный запах. Нет, нет, приятный. Ой, здесь очень много, кстати, девчонки, частичек. Камера вам их не передаст однозначно, потому что я их и сама не вижу, но на пальце чувствую. Здесь много частичек, они мелкие. Прям мелкие-мелкие, такой абразив. Здорово, мне кажется, будет этим продуктом шлифовать кожу головы. Очищать, скажем так. Так что, в принципе, я покупкой довольна. Эффект скрабирования будет, это точно. Здесь экстракт листьев сакуры, витамин В3, кстати, витамины В-класс я иногда в шампунь их добавляю, в бальзам. Девчонки, кто занимается восстановлением своих волос, в шампунь, в бальзам я добавляю прямо из ампул. Витамины группы В, В1, В6, В12. И мою голову. Волосы блестеть будут нереально, ну и восстанавливаться потихонечку. Нанести скраб-маску на влажную кожу головы, помассировать легкими движениями, затем смыть водой. Рекомендуется применять один раз в неделю. Ну, я приблизительно так и делаю. Классный продукт, девчонки, буду тестировать в пустых баночках, там полноценный отзыв. От Сайдо еще один продукт взяла, гель для умывания, потестить. У меня что-то все матирующие продукты закончились, а кожа как назло жирнится и жирнится. Было, по-моему, 3 вида в нашем фиксе, их для определенных типов кожи. Балансирующий с матирующим эффектом очищает, сужает поры, поддерживает уровень pH. Он, кстати, такой, вы знаете, почти как вода. Нет, гель, конечно, но жидковатый. Что здесь у нас еще интересного? 200 миллилитров для всех типов кожи написано. Если он матирует, я думаю, для сухой подойдет навряд ли. Дозатор удобный, надеюсь, не будет ломаться. Сейчас мы... О, щелкнул. Все, отпрыгнул. Зеленоватого такого цвета сам гель. Вот так он выглядит, да? Прозрачный. Пахнет? Пахнет свежестью, но одушка еле уловимая. Девчонки, прям вот еле-еле-еле.
Для тех, кто не любит сильных отдушек. Вот такой вот гель. Ну, посмотрим, как он будет матировать. В Инстаграм в своем ближайшем время обязательно напишу на него отзыв. Если не подписаны на мой Инстаграм, проходите. Всем рада, там много полезных постов. Так как сейчас не ношу гель-лак, решила заняться восстановлением ногтей, начиталась где-то, как он жутко вреден и так далее, и вообще руки и кутикулы жутко сохнут, то взяла себе вот такой восстанавливающий комплекс Ультра от BioNail Plus. Вот так выглядят эти флакончики в фикс-прайсе, валяются на кассе, вот в этих вот лоточках круглых, да, где там туши у них, помады. Средства по уходу за ногтями, восстанавливающий комплекс, состав... Этил, спирт на первом месте. Вот тебе и восстанавливающий комплекс. Ну, не знаю, буду пробовать, девчонки. Вообще, я вот такие вот средства люблю. Там много их было, и все они разных цветов. Очень интересно. Такой дизайн разноцветный. Фу, ацетоном прям пахнет. Ну, он и фаберликовский. Вот у меня сейчас на ногах, на ногтях восстанавливающий, да? Такой вот слегка молочный оттенок. Он тоже пахнет ацетоном. Жидкостью для снятия лака, точнее, не ацетоном. Вот такие гелевые так. Ручки, 6 штук. Чернила с блестками. О, ура! Мы думали, они без блесток. Мы обыскали с ней просто чернила с блестками. Ей безумно захотелось такими ручками писать. И вот он наборчик. Кстати, они там разные. Наборы выглядят одинаково. Этикетка и упаковка, а цвета разные ручек. Поэтому смотрите, выбирайте. Вот розовый. Где бы порисовать-то? Где же порисовать? На чеке. Действительно ли с блестками? Ну давай, рисуй, рисуй. Ой, правда с блестками. Обрадуется. Обрадуется мой котенок. А не правда с блесточками. Здорово. Это то, что мы хотели, то, что давно искали. Потому что ни в одном магазине не могли найти. Здесь 6 цветов, и они там на выбор. Выбирайте. Люблю брать фикс-прайсе скатерти. К сожалению, не было нужной мне расцветки, да, в зеленом оливковом тоне взяла голубенькую. Такую вот лаконичную. Они все какие-то там такие пестрые. А, вот подстилочки, да, на стол бывают в таком классном дизайне. Сегодня вот видела такую черную и вкрапление зеленого какого-то такого растения. Так стильно смотрится. Но почему вот такую скатерть не придумать? Это у нас скатерть колорит с бейкой, размер 135 на 110, плюс-минус 5 сантиметров. Да? Они вонючие в фикс-прайсе, но у меня не выветриваются быстро. Девчонки писали, что даже стирали, пришлось постирать, да, чтобы выветрилось за 2 дня. Не выветрилось. У меня выветривается быстро, в течение там получаса на балкон я ее положу. Ну, потому что, девчонки, надо понимать, здесь вакуумная упаковка, да, практически вакуумная. А это резина. Нет, это, кстати, не сильно воняет, как предыдущая, вблизи, да. А так вот по квартире запах свой не распространяет. Смотрите, девчонки. Сейчас я ее разверну. Мне нравится скатерть Fix Price. Соотношение цены и качества потрясающее. Аналогичный один в один. В хозяйственных других магазинах стоит в разы дороже. Во! Класс! Как раз на мой стол мне и подойдет. Красивая скатерть. Мне нравится. Главное, не аляпистая какая-то, не яркая, потому что в основном там всегда такие. Давно забываю повторить покупку с солью йодированную, 12 овощей и трав, вкусная соль. Мне нравится она, девчонки, я люблю с ней готовить. И первые блюда, и вторые. Очень люблю картошечку пожарить с ней. Ой, я не ем картошечку сейчас. Ну ладно. Классно, здесь и морковка, и прям, ну, мне нравится этот запах. Обалденный. Вот так все это дело выглядит. Здесь много травок на самом деле, достаточно много. Она у меня недавно закончилась, и хорошо, что она была в фикс-прайсе. Еще одну вкусняшку прикупила себе дочь. Она увидела, сказала, мама, витамишки, это витамины, надо срочно брать. Я говорю, нет, котен, конечно же, это не витамины. Это мармелад желейный, еще и, скорее всего, с большим количеством Е. Но пока не вижу Е. Но состав огромный. Ну ладно. Вот так вот выглядят эти мишки. Когда открываешь банку... Пахнет клубникой, причем натурально. Знаете, когда клубнику с грядки сорвешь, свою, не покупную. Ничего себе, вообще, я в шоке. Давайте попробуем тоже. Раз пошла такая песня, надо пробовать все вкусные. Очень вкусные. Мало сахара, практически вообще не сладкие. Но чувствуется сок фруктовый. Нет, это, конечно, ароматизаторы, но такое ощущение складывается, что сок. Очень вкусно, девчонки. И не приторно, не сладко. Как здорово. Клубника с медом даже, я бы сказала, пахнет. Класс. Так что вот такие вот мишки. Вот такая вот у них этикеточка. Крышечка. Здорово. Кстати, девчонки, я опять планирую в блонд переходить. Много было вопросов, когда я была блондинкой, чем осветлиться и выйти из вот такого темного. Я вам сейчас покажу. Сьёс. Интенсивный осветлитель. Блонд. 9-го уровня.
Есть 8-го в нашем магазине, по крайней мере. 13-0, ультра-осветлитель. До 70% меньше поврежденных волос. Я 2 раза подряд практически его наносила. На тот момент и не пожгла их абсолютно. Пожгла потом красками, неправильным окрашиванием. До 9 уровней осветления. То есть, вот видите. Вот я вам рекомендую, потому что я частенько выходила в блонд. Правда, никогда он у меня долго не задерживался. Последний раз только носила его долго. И поэтому могу с уверенностью сказать, что вот этот самый сильный, самый мощный и менее повреждающий на самом деле. Если хотите из глубокого темного, как у меня, выходить в блонд, что я сегодня буду делать, то я рекомендую вам вот этот осветлитель. Но это было лирическое отступление, потому что на самом деле было много вопросов на эту тему. Практически каждый второй в комментариях задавал, как вы вышли из темного. ВКонтакте мне девочки писали. Поэтому вот, девчонки, я вам показываю вот эта вещь. Сейчас с вами патчи отклеим, уже, наверное, пора. Ну, что могу сказать? Гель, который был, весь впитался. Кожа упругая. Не знаю. Нормальные патчи? Что? Нет, ну, неплохие патчи. Нет, кожа такая, вы знаете, упругая под глазками. Неплохие. Мне понравились. А Флорисан вообще неплохая марка. Кто не пробовал эти патчи, я советую. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие у меня покупочки были сегодня в магазине Fix Price. Если мое видео вам понравилось или было полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я вас очень люблю. Всех безумно. И целую. Всем пока-пока.